Начинаем осмотр. Это у нас Kia Rio. Ее немножечко обидели в заднее место. Значит, пошли немножко зазоры. И получилась здесь складка. Вот здесь тоже некрасиво очень. И в этом месте сейчас мы снимем отдельно. Но в данном случае вот так вот. И у нас получается здесь складка, металл сложился, то есть его сложило. И по краям вот у нас вмятины, ну как и бывает. Металлу некуда было деваться, и вот он так себя повел. Вот. С этой стороны слева как бы больше дефектов нет. Вот здесь у нас теперь мы смотрим правую сторону. Здесь вот несколько складочек. Здесь у нас вот он хлопун получился. Его надо развязать и чуть-чуть успокоить. И вот здесь вот как и с правой стороны складка, но маленькая. И зато вмятина большая и по конту. Что, в общем-то, неприятно. А вот здесь вот, вот это как раз место. Это у нас хлопун получился. То есть металл надо попытаться развязать, и чтобы он стал на место. Ну вот. Такая Kia Rio. И еще один есть дефектик. У нас вот он. Но вроде бы его делать как не надо. Посмотрим, как пойдет. Чуть мятинки есть, конечно. Но хозяин вот он. Говорит, что хорош. А время идет между тем. Вот чуть тут нюансы показываю специально. Вот хотелось вот здесь дырочку сделать. Не дали. Только клеем и пробойником. И вот так вот выглядывается в этой проекции. Как бы складок нету. Не особо это видно. Если присматриваться до микрон, конечно, все можно увидеть. Но вот так вот более-менее ровно. Вот, спорить мы не будем, хозяин всегда прав, да? Ну, вот тут более обширные моменты. Попытаемся их сегодня поразбивать немножко. Хотя бы шишки попробить. И потом посмотреть, что делать дальше. Вот это мы еще доделаем, да? Да, это еще будем доделывать. Вот. И вот это. И вот здесь вот хотелось бы что-то подровнять. Вот. А здесь уже более-менее все подровнялось. Ну, что могалось. Что хотелось. Конечно, небольшие недочеты есть, но никто не стремился делать идеально. Просто аккуратно. Ну вот, поправили все, что смогли. Вот. Хозяин говорит, что хорош, все пойдет. Я настаивать не стал. Подраспрямилось чуть. Конечно, как бы хотелось получше сделать, но вопрос времени. Так что, сори. Быстро ремонт, в основном клеем.